друзья, сегодня будет обзор на веб-камеру Canon C5, она там называется, да? Вот коробочка, ты будешь? Фокусируйся, бля. Такая вот коробочка. Сейчас идет запись с этой камеры, и звук идет точно так же с нее, потому что микрофон этот отключен. Звук идет из нее. Сейчас будет звук отсюда. И сразу уже и проверите, какой звук у данной веб-камеры. Опа! Ну а теперь идет звук уже с наушников Razer. Я думаю, как бы можете. Ну, понятное дело, нехер сравнивать, блядь, камеру Canon и наушники, которые стоят 5000, а Canon 2,5, да, они стоили 2500. Я считаю, для этой камеры это дорого. Почему? Качество видео можете уже оценить без обо... Твою мою. Без... Ой, блядь, да чё со мной? Видишь, у меня какое-нибудь видео косяк. То фак покажу, то ещё чё-нибудь. Качество картинки уже можете оценить. Включена одна лампа, как бы света там далеко нигде нету, ну там еще в коридоре горит свет. Все, больше нигде нету никакого света. Камера не настраивается, но ее можно настроить, есть лайфхак. Скачивайте OBS программку и там ее настраивайте. Я позже покажу, как с нее вообще что можно делать, как-то можно же картинку как-то получше сделать, правильно? Потому что вот этот засвет, ну да, маленько расскажу о камере. Ничего необычного, по сути. Есть автофокус, есть на ней как бы индикаторы такие, которые как бы тебе сообщают, что идет запись. Ну, микрофон пишет, вы уже как бы послушали, как, да? Full HD 30 кадров в секунду. Есть как бы на самом, на ней, да, нормально, классно сказал. На ней есть крепление для трипода, то есть для для штатива. Что со мной сегодня не так, я вообще не знаю. Я, кстати, второй раз перезаписываю этот видос. И даже не знаю, что сказать, блин. Как бы, ну, давай, ладно, покажу. Блин. Покажу, что в коробке. А в коробке у нас ничего, по сути, потому что камера уже установлена. И вы уже видите, как бы, качество картинки прямо сейчас. Что-то она не влазит. Как тебя вытащить? Там просто коробочка, в которой... находится инструкция. Короче, там, видите, белая. Фокус иногда сам не срабатывает. Почему? Во, что-то пытается навестись, но он туповатый, но работает, в принципе, мне этого хватает. Звук у меня есть, и хороший звук. Это, если вы помните, наушники Razer Black Shark V2X. Я думаю, все уже о них слышали, как бы, в принципе. Ладно, давайте перейдем к настройке камеры, и потом уже будет конец, что ли. Потому что тут, в принципе, рассказать нечего. Ну, обычная веб-камера. Ну, конечно, стоит дороговато, но... Уж так живем, такие цены, что поделаешь. Ладно. Итак, как же все-таки настроить данную камеру? Есть такой лайфхак, вы когда если добавляете ее в OBS как устройство захвата внешнего видео, да, ну, то есть веб-камера, а вы нажимаете два раза по веб-камере. То есть никаких настройках нету в Windows, то есть никак вы ее настроить не сможете. И софта тоже нету, к сожалению. Здесь мы для решения ставим максимальное, которое может, это у нас Full HD 1080, да, 1920 на 1080. В принципе, нажимаем настройка видео. То есть сейчас будет такой, такая магия небольшая. Почему-то оно не сохраняется, видимо, только в OBS все это работает. То есть смотрите, я беру и съемку против света убавляю. Ну где-то на 20-30 поставлю. Более-менее лучше. За свет пропал, потому что свет, хоть и рядом лампа стоит, но она светит, будь здоров. Как бы. И все. Можно еще здесь покрутить оттенки. Управление камерой, тут можно автофокус отключить вообще, чтобы он не мешал. То есть диафрагма почему-то не ставится. Автоматом нажимаем применить. И окей. Все. Все. И здесь запись идет, и здесь. Все! Вот так вот и настраиваешь.
Но, к сожалению, некоторые приложения не работают одновременно с OBS и ругаются. Если, например, ты хочешь запустить вот стандартное приложение камера, он его не запустит, потому что открыто приложение OBS. Ну вот видите, да, ошибка. Ну это тупо, конечно, но просто так оно как бы работает. И почему-то все сбивается. Я же настраивал, алло. Да, блять, как я ненавижу OBS. Он, блять, в последнее время лага дронит вообще. Применить окей. Скорее это из-за автофокуса. О, фокус, видите, маленько плавает. Ну это все-таки камера. Веб-камера. И хорошая веб-камера не стоит еще дороже. То, что сейчас творится на рынке, эту камеру, я думаю, продавали за 1000 или за 1500 точно. Здесь идет наценка. Это, ну, я брал по скидке. Ей сколько, месяца 3-4. Точно есть. Вот так вот. Что я могу сказать? В принципе, камера сгодится для стримов. Стримов или стримов. Вот 100%. Потому что вот такая вот маленькая картинка, в принципе, там ничего не заметно. Там эти пиксели, там это что-то шумы. Этого не видно. Когда вы, например, стримите. То есть, когда большое видео делать, как я вот делал, вам показывал обзоры вот на наушники, вот на эти, еще будет обзор один. То да, шумы видно и очень хорошо. То есть. Эта камера требует, чтобы у вас сзади был фоновый свет. Ну или впереди, как у меня. Но этого тоже мало. Желательно, чтобы сзади был свет. А лучше вообще использовать зеленый фон. Ну, зеленый фон дорого стоит и не всем по карману вообще. Как бы я бы, конечно, не отказался сзади поставить фон зеленый и просто тупо, чтобы силуэт мой был. И все. Это, конечно, упростит все. Но опять же, как говорится, все равно надо когда-то вложить что-то, чтобы была отдача. Правильно? Правильно. Так что вот такой вот был обзор камеры. Я, конечно, убрал уже эту коробку, но, в принципе, тут все понятно. Обычная веб-камера 1080 с автофокусом и креплением на трипод. Все. Уже сами решайте, брать ее или не брать. За такую цену я бы не стал брать, но желательно, если бы она стоила дешевле, то да. Если брать денег на AliExpress, например, то берите. В принципе, она для стримов подойдет. Все, вы были на канале ArtPlay. Всем пока.